Друзья, всем привет! Я нахожусь на территории санатория Центра Союз в Кисловодске. Это один из топовых санаториев курорта. Вот мы сейчас за моей спиной можем видеть один из корпусов. Как видите, в прекрасном состоянии. У них достаточно большая территория. Давайте я вам немножечко покажу. Смотрите, значит, территория для отдыха. Это не единственное место, где здесь можно отдохнуть. У них достаточно большая территория. Из ключевых преимуществ этого санатория хороший номерной фонд. У них есть открытый бассейн на территории. Это один из немногих санаториев на курорте, который имеет свой открытый бассейн. Бассейн под открытым небом. У них достаточно новая спа, достаточно новый спа-центр. Я сам обошел весь санаторий, посмотрел корпуса, посмотрел спа-центр, посмотрел лечебное отделение. Сейчас некоторые детали нам расскажет сотрудник санатория, которого зовут Иван. Это мой коллега, он занимается здесь маркетингом. Пару вопросов я ему задам. Иван, по лечебному отделению, вот то, что больше всего интересует людей, да, по лечению, то какие преимущества вы можете выделить? Вот я видел у вас, что у вас есть специфические процедуры, да, которых нет во многих других санаториях. Например, пантовые ванны. Да. Что еще? Вот чем может похвастаться Центр Союз? Санаторий Центра Союз располагает всеми новинками, которые есть на рынке санаторно-курортного лечения, санаторно-курортных услуг. Все эти новинки внедряются. Ну, из таких новинок, ну, новинок или, допустим, уже не новинок, это можно сказать, что это озонотерапия, это внутрилазерная влог, внутрилазерное как это, облучение крови, да. Очень, это, кстати, интересная процедура, и не во многих санаториях вы ее встретите. Вот, это иголки, рефлексотерапия. Это, ну, сам климат города Кисловодска, который помогает в лечении и реабилитации массы заболеваний. Это сам Теренкур, который является самым большим теренкуром в Европе. Он занимает площадь более 1000 гектар искусственных насаждений. Вот. Ну и плюс сама атмосфера отдыха, она очень сильно влияет именно на оздоровление людей. У вас все классические для курорта процедуры. Нарзанные ванны, грязелечение. Да, все верно. То есть все, что необходимо, да, как бы для прохождения комплексного лечения. Расскажите немножко по питанию. У вас шведский стол. Да. Тоже большое правильно. Преимущество, и у вас есть такая одна из основных фишек, это открытая терраса с видом на курортный парк, чем не могут похвастаться многие другие санатории. Можно кушать на открытом воздухе, а в летнее время это прям особенно приятно. Меню достаточно разнообразное. Расскажите о диетах, они вообще представлены? Да, конечно. У нас есть все диеты, которые, ну, необходимо будет соблюдать человеку. Врач-терапевт назначает эти диеты, и уже под каждым блюдом эти диеты расписаны. То есть 8-я, 6-я, 5-я или какая-то другая. И уже человек, непосредственно находясь на шведской линии, сам определяет для себя, что ему нужно кушать, что ему кушать не нужно. Вот. То есть мы здесь даем именно волю самому нашему гостю поступить так, как он считает правильным. Ну, имея все для этого. Я слышал, что вы позиционируетесь как семейный санаторий. То есть к вам приезжает очень много людей с детьми. Какие активности для детей? Кстати, только позавчера я узнал, что вы получили награду, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, как лучший санаторий по анимации, если я не ошибаюсь. Вот что-то такое я слышал. Да. Что для детей интересного предлагаете? Вот кроме классической детской комнаты. Ну, смотрите, здесь, вы правильно сказали, у нас есть детская комната с воспитателем. Это, ну, снимает большую нагрузку с родителей, которые приезжают. Здесь стоит отметить, что мы принимаем детей с нуля лет. Важное преимущество, да. И дети, которые, ну, уже могут оставаться с воспитателем, с чужим человеком, их уже можно, ну, отдать в детскую комнату к воспитателю, где они будут играть, а дети, родители смогут спокойно принять процедуры или отдохнуть. Вот. Что касается анимации, анимацию мы специально нанимаем специальную команду вот аниматоров наших кисловодских. Вот. Это считаются они у нас одни из лучших.
вот, в городе. Проводится анимация, конечно, на территории санатория, всевозможные праздники устраиваются. Вот, ну, допустим, там День Нептуна, это вот проводится возле летнего бассейна. Вот, и другие мероприятия. Ну, защиту детей последнее недавно было. Да, еще забыл сказать, что важным преимуществом является то, что здесь корпуса соединены теплыми крытыми переходами, да, и в каком бы корпусе вы ни жили, вы можете по теплому крытому переходу пройти в медицинский центр и пройти все необходимые процедуры. В завершении хочу сказать, что санаторий действительно качественный, собственно, здесь можно смело его рекомендовать как в летнее время, так в зимнее время. Качество лечения на очень высоком уровне. И могу сказать, что как человек, который объездил более 500 санаториев по всей стране, и не только в России, но и за рубежом, могу сказать, что он успешно конкурирует и со своими зарубежными аналогами, которые в настоящее время, как вы знаете, недоступны. Друзья, спасибо за внимание. В описании к видеоролику оставляю свои контакты. Если вам интересно забронировать санаторий Центр Союз по хорошей цене, звоните, пишите. Крепкого вам здоровья. Пока.